В семье певицы Жасмин случилось горе. Всего за несколько дней скончались ее отец, известный в Дагестане балетмейстер Лев Монахимов, и бабушка Сара, воспитавшая певицу. Их жизни забрал вирус. Заслуженная артистка России призналась, что не может поверить в произошедшее. Жасмин потеряла сразу двух родных людей. О том, что бабушки не стало, артистка рассказала на днях в своем микроблоге. «Тяжело, мои дорогие, писать такие новости, но я все же нашла в себе силы поделиться. Моя любимая бабушка Сара на днях ушла от нас. Сколько бы лет ни было родному человеку, все равно, наверное, невозможно до конца подготовить себя к мысли, что однажды его не станет, но это случилось». Артистка призналась, что именно бабушка Сара оберегала ее все детство и внесла огромный вклад в ее воспитание. По словам Жасмин, бабушка до 90 лет была в ясном уме и поражала всех чувством юмора. По ее словам, если бы не этот вирус, она могла бы прожить до 100 лет, как ее мама. К сожалению, на этом беды семьи не закончились. Спустя некоторое время после похорон резко ухудшилось самочувствие отца Жасмин, Льва Монахимова. Он руководил клубом «Пируэт», где местная молодежь исполняла лезгинку. Сначала его лечили в Дербенте, потом перевезли в Москву, но было уже слишком поздно. У Льва Яковлевича было серьезное осложнение из-за вирусной инфекции. Об этом сообщил представитель Жасмин. Из Дербента его привезли в Москву уже с большим поражением легких. Врачи боролись за него. И мы верили в лучшее до последнего, но, увы, спустя два дня в реанимации Лев Яковлевич умер.